Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, канал Каспера. Сегодня я вам хочу показать одну игрушку. Это обзор необычных игр. Серия вроде бы номер 4, давно не снимал уже. Не помню. И сегодня бы я хотел вам показать игрушку под названием Dot Muncher. Как-то так она называется. Dot Muncher. Эта игра мне напомнила одну интернет-игру, которая, где мы, ну, если вы играли в споры, то там вначале надо было, мы должны были играть за рыбу и всякие какашки, грубо говоря, и потом уже должны, когда мы вырастали, должны были кушать таких, как мы. Вот, это то же самое, мы играем за микробы, мы должны есть маленькие микробы, с помощью них мы будем становиться больше, и потом уже будем кушать больших микробов. Как-то так. Так, давайте. Нажимаем старт. То есть управление тут легкое, просто куда-то нажимаем. Так, куда-то нажимаем, туда. То есть куда мы нажимаем, туда и, так сказать, плывет наш микроб. Вот, тут есть большие микробы уже, вот, то есть он больше меня, да? Они меня хотят сажать, я вот, правда, не знаю, это реальные игроки, вот, меня скушали, или как? Ну вот, давайте. Ой, не надо, опять меня скушали. Я уже довольно-таки большим тут был. То есть, ну, сейчас игрушка на меня подлагивает, потому что, ну, не знаю почему. В принципе, вот такая вот прикольная игра. Она в Google Play бесплатная. Скачивайте ее, да. В принципе, на этом все. Также хотелось бы напомнить о канале Саши Разоренова. Саша будет продолжать снимать видео, просто вот у него не было видео 3 недели, да, то есть первую неделю как бы мы подготавливались к контрольным, то есть писали контрольные, т.д. и т.п., а потом он мне рассказывал, что у него сломался планшет, и ему не с чего снимать, но скоро видео он будет выпускать, так как я ему сказал про программки, с которыми можно снимать видео с экрана, и теперь он будет снимать с ПК, через Бандикам крякнутый. Вот, поэтому скоро все будет. Ждите, друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс. Также не забывайте подписываться на канал Саши. Ссылка будет в описании. Всем удачи. Всем пока.